Мы получили подтверждение о том, что ракета уничтожена. Остальные пункты слежения. Все уже в курсе, сэр. Американские советские пусковые установки дали отбой. Черт. Отбой. Арестуйте их всех. Подождите, мы не знаем этих людей. Нас похитили, точно, нас похитили, да, похитили. То есть закусочные, нас похитили. Хотя переговоры по разоружению проходят здесь, за закрытыми дверями. Есть предчувствие, что они завершатся успешно. Дверь в конференц-зал открылась. Я вижу руководителя американской делегации мистера Эммета Фицхьюма. Мистер Фицхью, здравствуй. Все дома с нетерпением ждут ответа на вопрос, как идут переговоры. Эд, сейчас самый ответственный момент. Естественно, любая необдуманная фраза или жест могут перечеркнуть все наши успехи. Прости, Эд, я должен идти. Спасибо, мистер Фицхью. Спасибо, Эд. Мистер Эммет Фицхьюм, руководитель американской делегации, официальный представитель Госдепартамента на переговорах по разоружению, вновь вступает, как он выразился, в зону повышенной опасности. Товарищ? Хорошо. Какая песня Литл Ричарда дала название фильму 1950 года с Джейн Мэнсфилд в главной роли? Год Голли Мисс Молли. Языки пламени. Неправильно. Девушка ничего не может сделать с собой. Простите, вы проиграли, ребята. Восточная Европа. Восточная Европа.